Прошла очередная защита дорожной карты института. Это демонстрация достижений и вовлеченности коллектива в процесс построения единой стратегии университета. Одним из вопросов защиты дорожной карты института экологии и природопользования стал вопрос инноваций о подготовке кадров института на уровне магистратуры. Эта тема, кстати, является актуальной почти для каждого института университета. Нам нужна площадка для обсуждения конкретных проблемных моментов каждого института в отдельности. Здесь нельзя оптом подойти и сказать, давайте в каждом институте две программы магистерские сделать. Это было очень легким ответом на те проблемные моменты, которые есть. Потом, насколько они будут востребованы, куда они пойдут работать. Если у всех будет одинаковый класс, тогда возникает вопрос необходимости корпоративных университетов, самих предприятий, которые бы еще там год-полтора или полгода, у кого сколько, затрачивали их на проблемы конкретных предприятий. В Институте экологии и природопользования, в отличие от прошлого года, многие вопросы, связанные с уровнем заработной платы, необходимостью ремонта аудитории, были сняты. А вот вопрос об увеличении количества и качества статей, публикуемых в базах Web of Science, остались. Наши публикации, наши работы вносят вклад, оказывают поддержку таким направлениям, как Earth and Marine Sciences, Geography, Agriculture and Forestry and Biological Sciences. Именно эти предметные рейтинги и будут нами рассматриваться в дальнейшем. Мы могли бы, то есть нашей задачей стоит достижение позиции в предметном рейтинге Biological Science и Environmental Sciences позиции 151-200 по 2020 году. Инновации и свежие идеи необходимы прежде всего для выполнения задачи, которую поставил перед собой институт, достичь к 2020 году высоких позиций в предметном рейтинге QS по направлениям биология и экология. Для этого научные сотрудники объединили свои усилия с двумя стратегическими академическими единицами – это «Островызов» и «Эконефть». Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.